Всем добрый день! Наконец-то солнечная Москва. Пришло тепло в Москву. Ну, я смотрела погоду. По всей видимости, это только сегодня. Завтра уже показывает дождь и 17. Сегодня передают до плюс 22. Все, наконец-таки люди разделись. Все такие счастливые. Во дворе пахнет безумно сирень. Очень много сирени сейчас в Москве цветет. Вот, мы сегодня собирались, да. Я говорила в своем предыдущем видео, что едем сегодня в парк. Но не получается. У меня там образовались другие дела. Вот. Вот тут все. Очень тепло. Прям вообще. Наконец-таки. Ну, не знаю, завтра, если действительно будет дождь, вообще собрались на завтра отложить поездку, посмотреть, как сиреневый парк, в общем, вот так. Такая красивая сирень. Вся Москва в сирени. И запах такой, так пахнет. Просто невероятно пахнет. Такая красота. Можно сделать вот так. Это все во дворах. Во дворах очень много сирени в Москве. Какое все зелененькое, красивенько. Ну, наконец-таки солнышко. Ну, уже даже жарко, да? Жарко очень. Угу. Здесь что-то посеяли. Какую-то, наверное, траву. Тюльпаны все уже, похоже, отцветают. А вот те вот бутончики только. Некогда снимать. Идем быстро. Идем по делам. Мимо хочу показать прокуратуру. Это тоже при мне. Здесь ее построили, потому что ее когда начинали строить, здесь была крошка-картошка. Тогда еще знаменитая. А теперь здесь прокуратура города Москвы. Вот так вот. И вот еще тюльпаны. Ну уже да. Отцветают. Вот так. В переходах снова разрешили продавать вот такие цветочки. И не только цветочки. Не только цветочки, но и вот такое всякое. Игрушки, канцтовары. Это раньше было вообще прикольно. Идешь, пока идешь по переходу, выходишь из метро, а здесь все продают, ходишь, рассматриваешь. Что здесь продают? Здесь косметика. Здесь как-то мигает. Вот так в переходах. Ну, и какая же прогулка. Без вкусных блинчиков. Так, Алина, с чем ты взяла? Ветчина и сыр? Да? Угу. Так, а у меня... Я есть не хочу. У меня блинчик и вот такое вишневое варенье. Так, и вот такой чай мы взяли. Чай, он у них идет, брикетики такие замороженные. Вот. И ты заливаешь их кипятком. И очень вкусно получается. Ну что, вкусно? Так, если кто кушает, всем приятного аппетита. Алина, чай вкусный? Очень, да? Вообще, вот здесь, это раньше был, вот именно в этом месте, да, Литуаль. Правильно я говорю? Он и есть. Он и есть, но именно там, где мы сейчас сидим, они переполовинили этот зал,
И так уютно здесь, и народу нет, такая тишина. Там так комфортно покушать, просто зайти. Ну, мы зашли, потому что пить хочется. Ну, а там, где пить, там и есть. И есть. Вот так. Как говорится. Забыла еще сказать, что в этом кафе, это кафе называется Теремок, в нем можно покушать, если у вас есть баллы от Сбербанка «Спасибо». Вот мы сейчас, ну, кушаем за 1 рубль. Вот, потому что у меня баллы. Баллами списали 538 рублей за все вот это. Вот. А с карточки списали 1 рубль. Вот такое варенье очень вкусное, вишневое с блинчиком у меня. Так что вот так. Ну вот я хочу показать. Вот это раньше был один зал, сейчас они отсоединили, сделали здесь теремок. Вот так это лестница на второй этаж, и вот, пожалуйста, Летуаль. Половинку магазина сделали. Прикольно. А тут еще даже вот еще какое-то кафе. Здесь, наверное, что? Пирожное, кофе нет. Ну, мы уже все поели. Нам уже не надо. Ну, еще, как обещала, хочу показать вам, где купальники. Но сейчас я попробую зайти. Снимать здесь не разрешают. Называется «Светская львица. Колготки и белье из Италии». Это вот первый этаж в торговом центре. В общем, как я и сказала, что снимать не разрешают, но я померила. Наверное, где-то 3 купальника. Сейчас поеду на второй этаж. Там тоже есть купальники. Так, здесь мне почему-то не... Ну, у них не было тоже свежего завоза. Вот здесь еще купальники на втором этаже. На втором этаже Валерий. Валерий, что ли, называется. Вот. Я у них была недавно. Вот этот, я не знаю. Ну, как-то нет вот красивых, чтобы светленьких. Какие-то... Ну, в общем, они снимать не разрешают. Пойду посмотрю, что... Ну что, я уже вышла из пассажа. Вот сейчас показываю Таганский пассаж на втором этаже. Ну, в общем, нигде не разрешают снимать особо купальники. Ну, потому что не разрешают, в общем-то, съемку. Поэтому я уже вышла оттуда. И вот, как бы сейчас вам могу сказать, что если кто, ну, вот кому надо сейчас, как бы сезон, да, актуально это... Блин, сидят там какие-то алкаши. Невозможно снимать. Ладно. Вот. И просто хочу показать сам этот Таганский пассаж на втором этаже. Потому что на первом, там, где я всегда покупала, ну, что-то у них с выбором купальников не ахти, можно так сказать. А вот когда вы подниметесь на второй этаж, просто огромный выбор. И большие размеры, и маленькие размеры. Я там очень много чего перемерила, но пока еще думаю. Вот. Выбор просто огромный. Расцветок, фасонов. Я даже не знаю, как сказать. Но женщина молодец, она просто участвует в вашем выборе. Все подносит, размеры там подсказывает. Так что очень советую, если кто стоит перед выбором, вот сейчас на отдых, потому что лето впереди. Так что вот так. Вот такой обзорчик у меня сегодня получился. Всем пока и до новых встреч!